Итак, всем привет. Да, меня действительно зовут Алексей Мирютов. Я работаю в группе компании Центр финансовых технологий и возглавляю там Томский центр разработки. Я отвечаю за развитие нескольких продуктов, среди которых есть инфраструктурные продукты B2B и B2C. И сегодня я хочу вам рассказать одну историю про то, как мы создавали сервис «Золотая корона. Денежные переводы онлайн». Сначала несколько слайдов, ну буквально 2-3, о том, что такое «Золотая корона. Денежные переводы» вообще. Это крупнейшая в России и СНГ система денежных переводов. Мы на рынке 15 лет, и на данный момент мы уверенно лидируем по обороту в России и СНГ. Если рассматривать нас как бы в контексте этой планеты, то мы в десятке. Да, мы уступаем таким игрокам, как Western Union и MoneyGram. Однако, ну, например, в 2014 году, до кризиса, который подарил нам доллар по 60, мы были в тройке. Ну и, в общем-то, мало у кого есть сомнений, что мы в эту тройку вернемся. Последние 2 года мы активно развиваем онлайн-сервисы. И на сегодняшний день у нас несколько миллионов онлайн-пользователей. Наши сервисы обслуживают, ну, около 3000 запросов в минуту. И мы поддерживаем в нашем приложении на данный момент 5 национальных языков наших основных пользовательских аудиторий. Это российский, казахский, таджикский, узбекский и киргизский. Будет больше. В рамках сервисов «Золотая корона онлайн» мы развиваем 3 набора приложений. Это, собственно, денежные переводы, это гашение кредитов и это обмен валют. И делаем это на 3 платформах: Android, iOS и Web. Вот. Ну а теперь, собственно, давайте поговорим о том, как стартап, ну, потому что денежные переводы в онлайн, это, ну, по факту был стартап. Как стартап, который появился 2,5 года назад в корпорации, за эти 2,5 года стал, по сути, лидером этой корпорации с технологической, организационной, да и финансовой точки зрения. Как обычно начинаются стартапы? Ну, кто-нибудь к вам приходит, или вы сами к себе приходите, и в голову так, а давайте что-нибудь сделаем. Ну вот, собственно, в ноябре 2015 года к нам пришли люди от бизнеса и сказали: ребята, давайте мы будем оплачивать денежные переводы с карт и делать это в вебе. У меня есть картинка, на которой перечислены те заинтересованные лица, с которыми нам надо было интегрироваться тогда. И, ну вот сейчас я знаю, что ПЦДП — это ребята, которые отвечают за хранение информации о денежных переводах в базе, а, например, там РНКО — это ребята, которые отвечают за взаимодействие с банками-партнерами и также оправдываются за все, что мы натворили перед Центробанком. Вот, но 2,5 года назад я смотрел вот на это так, как вы сейчас. То есть было непонятно ничего там от слова совсем. Однако через месяц мы были почти готовы. То есть, да, переводы сохранялись, карты, ну, деньги с карточек клиентов потенциально списывались, но запустились мы только в марте. И факап этот произошел из-за того, что разные заинтересованные лица немножко по-разному понимали те цели проекта, к которым мы, собственно, шли. Например, ну, как я уже говорил, мы умели сохранять информацию о переводе в базе. Окей. Мы умели снимать деньги с карточек клиентов. Тоже окей. Но глобальные цели, такие как, например, обеспечить отправку перевода в рамках правового поля и обеспечить выдачу перевода в рамках правового поля, мы, собственно, мы не пришли к этим целям. Не пришли мы потому, что, ну, как нам кажется, продукт оунер не донес как бы всю глубину наших глубин до заинтересованных лиц. То есть каждый сделал свою часть работы и сделал ее более-менее хорошо, а потом все впухли на интеграции. Причем на интеграции не только в техническом смысле. Например, у нас была реализована в коде история, которая обеспечивала возврат денежного перевода отправителю, однако никакой юридической поддержки этой истории у нас не было. Ну и, соответственно, запуститься мы не могли в таком виде. Через некоторое время произошел один забавный случай.
Ну, он, да, действительно забавный, но он очень многому научил как бы и людей и от бизнеса, и от производства. К нам пришли заказчики и сказали: ребят, надо прям бегом-бегом быстро закрыть направление денежных переводов в некоторые страны. Причем сделайте это, пожалуйста, везде. И в базе данных, и на среднем слое, и на всех клиентах гвоздями прибейте, чтобы мы не могли отправлять. Ну, причем, естественно, у нас как бы список направлений, он конфигурируется, это метаинформация, хранящаяся где-то там в наших базах. И, естественно, бизнес об этом знал, но, тем не менее, настаивал на том, что нет, нам надо прям обязательно гвоздями. А вот что произошло. По стечению обстоятельств у нас на всех наших фронтах, и в вебе, и в мобилках, появилось такое направление для отправки денежных переводов, как Северная Корея. Если кто-то не в курсе, эти ребята слегка находятся под международными санкциями сейчас, они отключены от SWIFT, ну и, соответственно, любому участнику финансового рынка, который начнет посылать туда деньги, ну, будут немедленно применены различные карательные меры, там, вплоть до лишения лицензии и блокировки счетов. И вот бизнес в тот момент не поленился нам объяснить как бы и про блокировку счетов, и про лицензии, вообще про все. И производство радостно побежало вбивать вот эти вот костыли на всех слоях, несмотря на то, что, ну, вроде как неправильно с точки зрения инженерии, но вбивали, как будто это последний оплот человечества. Я к тому, что вот эта история — это прекрасный пример того, каким образом следует доносить цели бизнеса до производства. На самом деле эта тема описана во многих книжках, как бы, по управлению требованиями. Описана она под разными названиями, и одно из этих названий — это Impact Mapping. То есть, по сути, это mind map по целям проекта, который трассируется до конкретной фичи. И сейчас как бы мы начали активно использовать этот механизм, и заказчики его активно используют при постановке задач производства, и производство его использует, когда эти задачи, собственно, в разработку берет. Следующая история. Она про архитектуру, про то, что нам стоило применение там тех или иных, использование или принятие тех или иных архитектурных решений и к чему это привело. Мы в ситуацию, которую я буду описывать, на самом деле попали на всех трех платформах: и в вебе, и в андроиде, и в iOS. Вот. Но я расскажу историю с вебом, остальные они, в общем-то, похожи. Команда веба до того, как начала пилить денежные переводы, пилила инфраструктурные и B2B проекты. Там не было по факту фронт-энд разработчиков, все пилили джависты. Знаете, есть такой фреймворк, называется Google Web Toolkit. Вот, соответственно, пилили на нем. И когда мы начинали проект, ну, пилили мы на нем, потому что команда его знала. И выбирая Google Web Toolkit, мы в тот момент просто-напросто купировали все технические риски, связанные с применением новых технологий. Это сработало, ну, потому что это позволило нам там через месяц уже быть готовым фактически, ну, с технической точки зрения, к выпуску. Однако продукт рос, количество фич, которые от нас бизнес хотел, увеличивался, и мы перестали успевать. Перестали успевать реализовывать эти фичи в том фреймворке, который был выбран. И проблема тут заключалась в том, что мы были бы и рады бы, конечно, масштабировать команду путем добавления туда людей, но мы не могли этого сделать, потому что у нас не было этих людей и на рынке их не было. Соответственно, это привело к тому, что, но нам пришлось просто-напросто настоять, и бизнес согласился с тем, что необходимо перепилить веб-решение на другой фреймворк, ну, который впоследствии можно было бы масштабировать. Чему мы научились на этом примере? Ну, во-первых, научились тому, что если надо быстро, надо все-таки делать на том, на чем вы умеете работать. То есть, по крайней мере, избавите себя от рисков, связанных с применением новых технологий. Во-вторых,
необходимо планировать рост производительности и соотносить эти планы с рынком. Если вы выбираете для проекта какую-то там суперэффективную, но редкую технологию, будьте готовы к тому, что вы не сможете масштабировать это. Вам просто неким будет ее масштабировать. Третье, чему мы научились, это, ну, собственно, измерять time to market. И обратили внимание на то, что рост time to market в среднесрочной перспективе может говорить о том, что архитектура не справляется с входным потоком требований, и нужно что-то менять. То есть видите, что растет, как бы постоянно увеличивается, но планируйте рефакторинг, планируйте какую-то эволюцию вашей архитектуры. Вот. Ну и четвертое, мы научились смотреть на то, на чем делаются аналогичные продукты, которые, ну, всегда есть, и научились экспериментировать. То есть очень важно выделять время на эксперименты, чтобы не оказаться в ситуации, когда ваша текущая архитектура там, или ваши текущие фреймворки просто-напросто не вывезут. Третья история, она про интеграцию с внешними партнерами. В один прекрасный день мы сочли, что нам мало денег на картах наших сограждан, и решили в еще какую-нибудь страну зайти. Бизнес нашел нам страну, очень быстро нашел там банк, который готов был обеспечить доступ к картам своих сограждан. Ну и, собственно, мы со своей стороны запилили очень подробную спецификацию того, что банк на своей стороне должен был запилить. Спецификация действительно была очень крутая. То есть я сейчас понимаю, что там даже инженеры из IEEE позавидовали бы. В общем, мы эту спецификацию написали, отдали партнерам и стали ждать. Через некоторое время банк-партнер выдал решение, которое мы немедленно пытались заинтегрировать. И вот если как бы есть сейчас в зале инженеры, вы прям зацените эти истории. То есть согласно спецификации на наш, там, один из наших запросов, банк должен был возвращать нам завернутый в JSON объект, описывающий денежный перевод. Вместо этого мы получали завернутую в XML строчку, содержащую Hello World. Это еще не все. Согласно спецификации, банк-партнер должен был все свои ответы подписывать, ну, с секретным ключом. Подписи не было. Ну, на наш вопрос, ребята, а где подпись, нам сказали, ну, может, вы как-нибудь там на своей стороне сами подпишите. И, в общем, эта история научила нас тому, что если у вас есть возможность при интеграции с внешними партнерами сделать самим, делайте сами. Не всегда такая возможность есть, но если есть, пользуйтесь. Ну и последняя часть доклада, она самая большая. Она про то, как расти и как при росте команды на порядок сохранить управляемость и, ну, реально смасштабировать как бы производительность. Потому что те методологии организации производства, которые работают в команде из 7 человек, они так себе работают, когда вас 30. А то, что работает, когда вас 30, не работает, когда вас 100. Вернемся опять как бы в начало времен, в ноябрь 2015 года. Нас тогда было 7 человек. Мы все были д'Артаньянами, ощущали себя д'Артаньянами. Мы могли там очень быстро вообще вносить любые изменения на любом слое системы. Мы могли выносить практически с колес как бы версии. Естественно, мы все были больны джайлом головного мозга. У нас в кабинете висел портрет Джеффа Сазерленда, под которым было написано «Джайл или смерть». Я очень хорошо помню это время, потому что, ну, мы действительно радовались, когда видели, как вот люди, там, первые наши пользователи, заходят на сайт и отправляют денежные переводы. Это было очень круто. И в то время я в одну каску тащил, собственно, всю системную аналитику. И это продолжалось и тогда, когда у нас к вебу прибавились еще и как бы приложения под стол. Когда у нас к вебу прибавились еще приложения под iOS и под Android. Вот. Помимо системной аналитики, еще там рисовал прототипы пользовательского интерфейса какие-то начальные. Однако меня очень быстро порвало. Я перестал справляться, хотя, ну, не отдавал себе отчета в том, что я не справляюсь. И должно было последовать несколько факапов и последующих за ними, ну, внушений от руководства о том, что пора как бы зачехлять шашку и начинать выстраивать производство.
Я не помню, сколько десятков часов я убил как бы на чтение различных статей, на рисование схем там на салфетках, пока не наткнулся на одну такую штуку, которая называется LESS Framework. И, соответственно, ну, LESS Framework — это некая такая методология организации работы над одним продуктом несколькими командами. Одна из ключевых концепций, которые в LESS описываются, это разделение команд на компонентные и на фичи-тимы. Ну, очень коротко. Суть компонентных команд в том, что у вас на каждый компонент системы есть своя команда. Вот есть у вас база данных, хоп, команда на базу данных. Есть у вас бэкэнд, хоп, команда на бэкэнд. Причем в клиническом случае, если у вас в бэкэнде микросервисная архитектура, у вас на каждый микросервис может быть своя команда. Ну и, естественно, там на каждую клиентскую платформу тоже своя команда. Соответственно, для того, чтобы продукт овнер мог какую-то фичу получить, он должен эту фичу взять, декомпозировать ее на какие-то подзадачи для компонентов и раздать соответствующие команды. А эти команды должны друг с другом договориться про API, плюс клиентские команды должны дождаться, пока этот API там хотя бы на моках будет реализован на бэке. Ну и, в общем, 42 круга ада, все как мы любим. Альтернатива — это фичи-тимы. Здесь предполагается, что в одной команде собраны все необходимые компетенции для того, чтобы некую бизнес-фичу запилить и поставить. То есть там у вас есть разработчики базы, и бэка, там, и все клиентские, и тестировщики. Соответственно, в этом случае задача продакт-овнера сводится к тому, чтобы просто-напросто приоритизировать фичи в бэклоге, там какой-то здравый смысл добавить их в описание, ну и все, раздать в команды, команда дальше все делает. Вот. Ну и вот в LESS фреймворке там огромный список про-контра, там компонент команды, фичи команды, общий смысл которых в том, что все прогрессивное человечество должно жить в концепции фичи-тимов, а те, кто живет в других концепциях, ну они просто завтра уйдут из профессии и все. Я купился на эту фигню на самом деле. Мы сделали у себя фичи-тимы. Да, вот мы вот так тогда выглядели, когда мы работали, как этот человек с миной в голове. Но мы недолго так выглядели, потому что очень быстро бомбануло. Бомбануло из-за того, что наши фичи-тимы, они как бы, да, очень круто и независимо друг от друга шатали одни и те же компоненты. Вот, тут ключевое слово «независимо». Не пытались договариваться друг с другом, и это привело к совершенно дичайшим нестыковкам на уровне API. На бою мы, конечно, не поломались, однако у разработчиков из глаз кровь лилась, когда они видели как бы результат регрессионного тестирования. Но говорить о тех проблемах, которые были при попытке мержа там, параллельных веток в исходном коде, я даже вспоминать не хочу. Было страшно. И я тогда принял решение выделить бэкэнд в отдельный субпродукт со своим овнером, со своей командой. И разделить... Ну, точно так же повыделять отдельные команды для клиентских, там, для Android, для iOS и для веба. Я не упарывался, конечно, там в конец, то есть не было отдельной команды для базы данных, но, тем не менее, бэк был выделен. И мы начали работать, пока пускай этот повисит слайд. Мы начали работать, и как-то более-менее все шло, и шло бы дальше, если бы мы не продолжали расти. И в какой-то момент у нас некоторые команды, там, ну, в частности на бэке и в андроиде, они стали ну, сильно больше, чем 10 человек, то есть не те 7 плюс-минус 2, о которых мы все так любим говорить, и стали возникать проблемы с управляемостью уже внутри этих команд. А кроме того, бизнес принял решение заморозить один из продуктов и отдать команду этого продукта в денежные переводы. Естественно, эта команда не горела желанием разбиваться там, на 4 компонентные команды. Они были как бы full-stack фичи-тимы, и они хотели работать как full-stack фичи-тим. А я, помянуя как бы о той боли, которая у нас с фичи-тимами была, ну, не понимал, что делать, и не знал вообще, каким образом их подключать. В общем, да, это были муки выбора. И в тот момент случилось два как бы события, которые повлияли на дальнейшее, ну, на будущее проекта. Первое событие, я попал на тренинг по управлению требованиями в Agile,
который проводили Антон Бевзюк и Дима Павлов, это руководители производства Додо Пицца. То есть, да, возможно, для кого-то неожиданно, причем тут Додо Пицца, но по факту это скорее IT-компания, чем что-то другое. Потому что в Додо Пицца IT занимает основную роль вообще в развитии их бизнеса, и эти двое активно топили за Фишетима. Мы с ними спорили до хрипа, потому что, ну, у них тоже были там определенные костыли в их процессах. Кроме того, их продукт все-таки немножко другой. Но, тем не менее, их успех подкупал. Думаете, я купился второй раз? Нет, не купился. Ключевым моментом стал мой спор с моим коллегой, с моим наставником Артемом Калечкиным. Возможно, кто-то слышал этого человека там, на Highload или на RootConf, или он уже второй год подряд там, на CodeFest выступает. В общем, этот персонаж убедил меня в том, что фишетимы могут работать, и они будут работать в тех случаях, когда они работают над непересекающимися областями требований. Это было не то чтобы совсем подходящий вариант в моем случае, но это натолкнуло меня на такую мысль, что не нужно пытаться противопоставлять компонентные команды и фичи-команды. То есть на предыдущем слое там был versus между компонент-тим и фичи-тим, а на этом слайде, ну, объединение. То есть их можно использовать параллельно, ну, при этом фичи-тимы — это такие ребята, в которых, ну, действительно есть все необходимые для реализации и поставки фичи-компетенции, и они как бы быстро-быстро какую-то фичу могут запилить. А компонентные команды, или как их мы у себя называем, стейбл-команды, это команды, которые отвечают, во-первых, за стабильность системы в целом, а во-вторых, за запил тех фич, которые не требуют работы на всех слоях системы. Таких фич у нас как бы тоже хватает. Дальнейшее, ну, как сказать, понимание вообще всей этой концепции привело меня к мысли, что фичи-тимы и компонент-тимы — это даже не то, что типы команд. Это скорее роли или маски, которые команды время от времени на себя могут надевать. То есть, например, какая-то фича тима в рамках реализации там, своей бизнес-истории запилила микросервис. Ну, нормально, как бывает. Так вот, эта фича тима становится стейбл-тимой применительно к этому микросервису. Естественно, для того, чтобы такая смешанная модель взлетела, пришлось немножко обложиться регламентами. Эти регламенты касались в первую очередь архитектурного стиля и изменений API. Также эти регламенты касались там код-стайла, который распространен на уровне какого-то слоя, и регламентов выноса. Ну, о последнем чуть подробнее скажу. То есть, с одной стороны, предполагается, что фича-тима, когда делает какую-то фичу, она может сама ее выносить. С другой стороны, мы как бы создаем систему высоконадежную, и для нас там любая минута простоя, но это сразу бог убивает котенка. Не можем мы стоять. Соответственно, все те компоненты, которые там обновляются каким-то образом, они должны проходить регресс. А в некоторых случаях еще и те компоненты, которые там связаны как-то с обновляемыми. И фичи-тимы не всегда несут сами. То есть им реально лень или влом как бы проводить вот этот вот общий регресс. Они предпочитают отдавать фичи на вынос в стейбл-тимы. Ну а раз так, то вместе с фичей они обязаны передавать как бы всю тестовую документацию для того, чтобы стейбл-тима вообще понимала, как в будущем проводить регресс передаваемой фичи. Проблемы остались. Когда у вас есть два умных разработчика, то у них очень часто бывают разные взгляды на то, что такое правильная архитектура и что такое правильный код. И, соответственно, эти проблемы возникли и у нас, ну, потому что стейбл-тима зачастую говорила, что вы нам за код суете, фичи-тимы говорили, да вы сами вроде того, что дураки. И, короче говоря, было принято решение всех граждан, которые формируют фичи-тим, перед тем, как они, в общем, в этот фичи-тим пришли, усаживать в стейбл-тимы, где они на протяжении там 3-4 спринтов сидят и фигачат вместе со стейбл-тимой код, полностью проходят код-ревью, сами проводят код-ревью, вместе со стейбл-тимом проводят все регрессионное тестирование,
Ну и таким образом, там через 1.5-2 месяца человек реально становится годен к тому, чтобы уйти в фичи-тим, и все понимают, что он как бы специально, по крайней мере, ломать ничего не будет. Еще одна проблема, которая у нас возникла в рамках, ну, вот таких вот нескольких команд разнотипных, заключается в том, что, ну, вот представьте, одна команда там берет спринт, 2-3 эпика, то есть большие какие-то истории. Под 2-3 эпиками может лежать там 20-30 пользовательских историй. Когда у вас 10 команд, то эпиков получается уже 30, историй получается уже 300, добавьте к этому там еще 50 багов, 50 задач техдолга и несколько задач там из серии «А, хочу розовый дропдаун». Вот. И, соответственно, владельцу продукта в такой ситуации приходится постоянно приоритизировать сотни задач, но причем делать это реально в режиме нон-стоп. И для того, чтобы уйти как бы вот от этого дикого микроменеджмента, мы обратились к каким-то древним скрижалям там 90-х, наверное, к двухуровневому планированию, которое впервые я прочитал, наверное, в Racial Unified Process про него. Суть двухуровневого планирования заключается в том, что у вас как бы есть план проекта, в котором основные вехи проекта описаны, и есть планы итераций, там, ну или планы спринтов, которые формируются непосредственно перед началом итерации, ну и там уже конкретно написано, кто что должен делать. Мы немножко адаптировали эту модель под себя, то есть вместо глобального плана проекта у нас есть roadmap, который содержит только эпики и который там раз в пару месяцев пересматривается представителями от бизнеса и от производства и затем, ну, собственно, затем приоритизируется. Здесь я хочу вам в контексте вот этого вот роадмапа рассказать одну историю, которую я впервые услышал от Стаса Елисеева, и я очень благодарен за эту историю, потому что она прям зашла. Суть истории в том, что команда разработки, ну это по сути как мясорубка. А куски мяса, которые мы засовываем в эту мясорубку, это по сути пользовательские истории. Ну, соответственно, фарш мясорубки — это готовый продукт, ну а процесс вращения ручки — это, собственно, вот наши спринты. И если посмотреть на процесс разработки с такой точки зрения, то вылазят три проблемы. Первая проблема связана с тем, что если вы в мясорубку запихаете мертвую собаку вместе с будкой, то вы вряд ли получите первосортный говяжий фарш. То же самое, если вы запихаете в команду вместо требований бред и противоречия, вы не получите годную историю. Вторая проблема заключается в том, что если пихать в мясорубку целую тушу, мясорубка, скорее всего, сломается. Соответственно, если мы начнем в команду запихивать очень большие истории, ну, команда может и не сломается, хотя вполне возможно, что она будет абсолютно деморализована, то есть, считай, сломалась. Но она за спринт точно не успеет такую историю запилить. И третья проблема заключается в том, что, что бы там ни говорили фанатики Agile, команды разные, компетенции команд разные. Очень часто возникают задачи, которые одной командой какой-то могут быть запилены очень эффективно и очень быстро, но не остальными. И вот, соответственно, для того, чтобы бороться с этими тремя проблемами, мы ввели у себя в процессе новую роль, которую мы обозвали мясник. И, собственно, суть этой роли заключается в том, что он берет эпики из бизнесового бэклога, разделывает их на правильные кусочки и дальше определяет в ту команду, которая наилучшим образом или самым оптимальным образом эту историю может запилить. Да, возможно, кто-то мне возразит и скажет, что ну, это же вроде как задача продукт-овнера. Не всегда. Дело в том, что в технически сложных проектах продукт-овнер, который ну, по определению является человеком от бизнеса, он не в состоянии определить масштаб разрушений, которые принесет там, та или иная история на каждом слое системы. Вторая альтернатива мяснику — это сами команды. Тоже не всегда работает, потому что команда зачастую не обладает необходимой широтой взгляда. И очень часто какая-то одна команда
не может найти оптимального решения там, с точки зрения трудозатрат. То есть, ну как команда обычно делает, там мы сейчас сами все с нуля запилим. Просто не зная, что у нас где-то там за тремя слоями есть уже практически готовый функционал. То есть нужен некий человек или там несколько людей, которые обладают ну, широким взглядом на всю систему и могут оптимальным образом определить, куда, что, какую историю отправить. Собственно, чему мы научились в процессе роста наших команд? Первое — это то, что не нужно бояться менять какой-то там классический, описанный в классической литературе workflow. То есть можно совершенно спокойно добавлять туда новые роли, новые активности, новые артефакты, то есть подстраивать и затачивать процесс под себя. Второе, что мы поняли, это то, что комбинирование компонентных команд и фичи команд прекрасно работает. Мы пробовали и только компонентные команды, и только фичи команды. Только компонентные команды начинают плохо работать, когда они становятся большими. То есть до 30 человек, вот, ну, на мой взгляд, норм. Мне комфортнее работать с компонентными командами. Вот, но когда у вас, ну, я имею в виду все команды там до 30, не одна. Когда команда становится там 15 человек, ей становится сложно управлять. Если говорить о чистых фичи командах, очень круто теоретически, но хорошо работает, когда у вас есть вот эти вот самые requirements area, независимые друг от друга. Тогда зайдет. Ну и третье, как бы не бойтесь выстраивать иерархии ваших управленческих артефактов. Там это может быть двухплановое, там трехплановое, n-плановое планирование. Потому что это позволяет справиться со сложностью управления вообще. Так, ну у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, прошу. Согласна, Алексей, с каждым сказанным словом, потому что мой опыт подтверждает. У меня вопрос не совсем, может быть, в тему. Прозвучало, что вы делаете регрессионное тестирование. Каким образом? То есть это автоматизация у вас или ручное тестирование? На разных платформах по-разному. Есть платформы, которые покрыты там, на 80% интеграционными тестами автоматизированными. Есть продукты, которые покрыты почти целиком. Если говорить о денежных переводах онлайн, то у нас есть очень дикая боль с автоматизацией бэка, и мы сейчас пытаемся с этой болью справиться. То есть сейчас бэк практически целиком тестируется, ну, регресс проводится в рукопашную. На вебе, в андроиде ситуация получше, но в iOS, в общем, тоже не все так плохо. Но вот а с бэком беда. Спасибо. Привет, Дмитрий, компания Embassy. Похожая история, то есть также нормальный продукт, worldwide, больше 40 человек команда, все эти грабли прошли. Немножко непонятно мне, как у вас продукт-оунеры синхронизируются между собой, вообще сколько их? И как они коммуницируют с мясниками, и вот про эту историю расскажи, пожалуйста, более такой верхний уровень. Когда-то продукт-оунер был один. Последнее время у него появилась команда, там, ну, по факту там 3 человека или 4, которые могут вбрасывать вот в этот самый бизнесовый бэклог истории. Соответственно, как происходит коммуникация с мясниками? Ну, вот этот как раз тот процесс просмотра дорожной карты, который у нас происходит там раз в пару месяцев, когда собираются тимлиды, когда собираются, собственно, команда продукт-оунера и обсуждает вот эти самые истории. То есть продукт-оунер со своей стороны говорит, что ребята, нам там условно денежные переводы в Узбекистан — это самая как бы такая острая тема, которую мы хотим сделать. А команда ему говорит, ну ок, но как бы за этим стоит там под задача 1, под задача 2, под задача 3, пускай юристы вообще пойдут сначала юридическую схему согласуют. Ну потому что мы без этого там, грубо говоря, не можем начать. Ну, отвечая вот еще раз конкретно на вопрос, в процессе работы над дорожной картой, над глобальным как бы бэклогом, ну, происходит приоритизация и понимание того, что в какой последовательности мы делаем. Ответил? Да, такая свободная, просто процесс митинга, да? Да, процесс митинга, как бы вживую собираемся и разговариваем. Алексей, спасибо за доклад. Меня тоже зовут Алексей, компания Atomic Soft.
Вопросов у меня целых три. Но на часть уже, наверное, затронули, ответили. Вот регрессионное тестирование, когда проводят, там было, что выкатывается на бой может любая команда, которая сделала регрессионное тестирование. А если по результатам этого тестирования есть ошибки, то кто правит? Это фича команды или стейбл команды? Ну, кто внес изменения, из-за которых появились ошибки, тот и правит. Ну, в общем случае так. Иногда могут быть ошибки, которые где-то глубоко-глубоко сидели, и, соответственно, ну вот новая функциональность эти ошибки вывела наружу. Ну, находим автора и караем. Спасибо. А еще вот по фиче и компонент командам, стейбл командам, я не совсем понял, роли эти распределенные во времени, то есть у вас какая-то команда, она была фича командой, потом может стать стейбл командой для какого-то компонента. Либо это роли там прям, что команда, вот эти люди будут являться фичи-командой для одной фичи, но при этом могут быть и стейбл-командой в тот же самый момент для какого-то компонента. Ну вот если остановить время и вот просто временной срез посмотреть, как сейчас есть, сейчас все просто. То есть есть 4 стейбл-команды, ну, собственно, одна бэковая плюс 3 фронтовых платформы. И есть как бы на данный момент 3 фичи-тима, как бы сейчас формируем 4-й. Однако, если немножко попытаться заглянуть в будущее, я понимаю, что рано или поздно фичи-тима какая-нибудь породит свой микросервис, и, соответственно, все запросы на изменения, которые в этот микросервис пойдут, они могут делаться на самом деле кем угодно, но приниматься и выкатываться они будут вот этой вот фичи-тимой, которая отвечает за конкретный вот микросервис. То есть она будет тогда в тот момент фичи-тимой, но при этом да. Стейбл для... Да, оденет маску стейбл-тима, чтобы ну, посмотреть вот на... Что там сделали с сервисом? Спасибо. И последний вопрос про мясников. Это выделенная роль, там, полноценный рабочий день, или это какая-то люди, которые просто там тратят день-два своей недели на то, чтобы это организовать? Ну, это несколько часов в день для двух человек на данный момент. А что они делают в другое время? То есть они там старшие разработчики, аналитики? Один из них это я, который в другое время много чем занимается, я устану перечислять. Другой человек – это аналитик, который сидит внутри одной из команд. То есть он как бы занимается детальным анализом требований уже в составе фичи-тима. Вот, и параллельно с этим помогает мне разгребать как бы большой бэклог. Спасибо. Друзья, последний вопрос, пожалуйста. Николай, компания Пресс. Большое спасибо за доклад. В самом начале было про вот, цели проекта на самом высоком уровне. Бизнеса и стратегии, про то, что важно доносить их до команды. Ну вот, кроме там, экстренных случаев, когда нужно объяснить, вот прямо сейчас нужно делать так. Как системно вы это делаете? Есть ли какие-то презентации или какой-то программный документ? Как вы убеждаетесь, что разработчики, ну и вообще вся команда действительно понимает, в чем цели проекта на самом высоком уровне? Два приема используются для этого. Во-первых, некоторое время назад мне удалось как бы убедить бизнес, чтобы они приняли регламент описания эпиков, которые они нам вбрасывают в бэклог. И, соответственно, там есть раздел «Бизнес-ценность». И они пишут, реально как бы пишут ее. Это первое. И второе, когда происходит разбор дорожной карты, эта бизнес-ценность обсуждается между продукт-оунерами и тим-лидами, раз, а потом тим-лиды доносят эту бизнес-ценность уже до остальных участников процесса. В некоторых случаях, естественно, да, бежим и делаем, вообще ничего не спрашивают, потому что так надо. Ну, бывает такое, но редко. Спасибо. Спасибо всем за вопросы. Спасибо, Алексей.